Штребух. Ах, сука, жрать хочется, а денег нет. Последние 10 рублей и все. Блин, что же делать? Я в шоке, блин. Я не знаю, где мне взять на пропитание денег. А у меня же там вроде металла много, я вот на помойках собирал. Дима. Чё? Где металл? На улице металл. Мы сдавать его будем? Сейчас сдадим металла? Да. Думаешь, заработаем денег да. мы? Думаю, заработаем. А машина у тебя поедет? Поедет. Починил? Починил. Хорошо тогда. Всем привет, с вами Штребух. И Андроид. И Андроид. Похуй. Так, и сегодня мы Какой ты шо, охуел? Зрителям не похуй на меня, Ребятки, я с Димоном собирал металлолом в помойках Санкт-Петербурга. У нас опустел карман, у меня денег нет, у Димана денег нет, а металла в гараже накопилось много. Поэтому сейчас мы поедем на металлоприемку и сдадим все наши запасы металлолома. Сколько мы его копили? Месяца 4. В общем, этот металл копили 4 месяца, ребятки. Всем усаживайтесь поудобнее, готовьте покушать. Контент будет мощный, интересный, полезный. И самое главное, что вы, если у вас карман опустеет, можете тоже так делать. Так что всем приятного просмотра. Вы посмотрите, сколько металлолома. Целых 4 месяца копили. Вот большая куча. Вот здесь металл. Вот здесь это плита. Здесь металлические трубки, мультиварки. И даже здесь есть микроволновая печка. Ребятки. Вообще, правда, не особо много, конечно, его. Но все равно хоть что-то, но есть. Ебать. Ребят, очень сильно интересно, сколько нам удастся на этом всем заработать. Пишите ваши варианты в комментариях. Ну а сейчас мы это все будем грузить в машину. А как открывается-то? Ребят, металл повезем на Диму на АКе. Кто не видел обзор на АКу, будет он вот здесь, в этом углу. Посмотрите, вот здесь вот. Обзор на АКу здесь, кто не видел. Тачка, кстати, с металлоприемки, которую Дима купил за 5000 рублей. Так, ну что, давай, Дима, грузить, тогда начнем. Грузить сперва вот такое все, да, крупногабаритное. Дима решил тачку заправить. Классный у тебя там бензобак. Конечно, ребятки, перед тем, как столько металла сдать, надо тачку заправить, а то мы не доедем, бензин закончится. Прикинь, пробьет эту канистру нахуй металлом. Да вообще запросто. Главное, чтобы твоя АКа не загорелась. А то весь металл сгорит. Что мы сдавать тогда будем? Придется сдавать АКу вместе с металлоломом. Кстати, Димон, если твою машину сдать на металл... Да ты что, охуел, блядь? Сколько получится заработать? Где-то 5к. А если ее полностью разобрать на металл, тогда будет больше. Понял. Давайте осмотрим пока этот металл поближе. Вот здесь две микроволновки, чайник, мультиварки, пароварки, духовки. Еще есть печка вот такая. Здесь вот целая сумка всякой мелочевки, профиля, всякие трубки. Даже есть рулевая рейка от автомобиля. Ну, собственно, ничего тут интересного в этой куче нет. А ты чё, тележку хочешь сдать? Ты чё, охренел? Ты тележку эту сдать хочешь? Она же офигенная. К ней сумку привязать и по помойкам с ней ходить можно. Хотя ладно, у нас тележка есть. Давай, 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 Димочек, давай, быстрее, время, деньги, Дима. Мы, ребят, не просто грузим металл, мы еще и проверяем эту АКу на вместительность. Ну вот и все, загрузили машину, она забита под завязку, больше некуда. Было бы больше металла, пришлось делать бы две ходки, а так все заодно увезем. Осталось только эту штуку засунуть, и можно ехать на металлоприемку. Ну вот и все, ребятки. Сейчас мы поедем и сдадим этот чертов металлолом. И узнаем, сколько нам получится заработать бабла. Но перед этим нужно поставить аккумулятор в машину. Да? У тебя нет аккумулятора? А у меня он разрядился тогда, пока был сломан генератор. Я починил генератор, и теперь все за***ись. Ну, давай тогда поставим. Заведем твою ласточку. Я надеюсь, ребят, мы вообще доедем. Потому что такая машина, она нихера не едет, блин. На 10 километров 5 раз ломается. Надеюсь, она вообще заведется. Это у тебя система охлаждения? Смотрите, ребят, я в шоке, сколько снега под капотом. Лед даже есть.
опять ее колбасит. Кинулся бронепровод. Дубль 2. Да, короче, поехали мы. Ребят, не покупайте АКУ, это пиздец. Да, давай. А чё с ней, Дим? Чё, в чём проблема? Ребят, это жесть, короче. A few moments later, 10 часов спустя. У тебя нет специального ключа для свечи? Есть. Там нестандартного диаметра свечи для АКИ. Ну давай, 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 давай. Капот, смотри, как трясёт. Ребят, он на одном цилиндре будет сейчас ехать. Говорит, второй цилиндр не работает. Да, короче, сдали металлолом. Я в шоке, ребят. Ребят, я уже пытаюсь этот видос снять примерно 5 дней. И все эти 5 дней я ждал, когда он ее починит. У него то стартер сломается, то она не заводится. Сейчас у него, короче, один цилиндр отказал. В машине всего 2 цилиндра, чтобы вы понимали. Это жесть. Давай капот тоже на металл сдадим. Я тебе говорил, меняй эту АКУ на велосипед. Чего ты меня не послушал? Короче, не работает цилиндр, который слева, да? Левый цилиндр. Слава богу, у него свеча запасная есть, ребятки. Я не знаю, сколько мы сейчас тут провозимся с этой машиной, чтобы сдать этот металлолом, блин. На улице холодно, это жесть, короче. Включимся, по-моему, когда мы ее заведем. Ребята, я в шоке. Машина не заводится. Я не знаю, что с ней. И как нам ехать на металлоприемку, я тоже не знаю. Это просто лютейший какой-то капец. Я, кстати, так и знал, что мы на этой машине не доедем. Это не машина, а просто беда. Вот, Дима, свечи из нее уже выкрутил. В чем проблема, непонятно. Сейчас попробуем последний раз завести. Если ничего не выйдет, придется ее выталкивать из гаражного кооператива. И после того, как Дима, может быть, через пару дней ее починит, только тогда мы сможем сдать металл. Сука, конченая залупа, блять. Как мне теперь металл-то сдать? Ёбана рот, блять. Я в шоке, ребят. Но это пиздец. Я планировал заработать денег, поднять нормальный кэш. 4 месяца мы собирали этот металлолом. И что теперь в итоге я получаю? Я ничего не получаю. Минус съемочный день, минус металл. Все стало, остановилось вместе с этой машиной. Вся моя жизнь. Мой карман опустел до исходу. Все идет на спад. Минус на кармане, денег нет. Это еще... Ебучая падла, блядь, не заводится. Давай, заводись, родная. Я тебя вот так окрещаю. Только заведись, пожалуйста. Давай, я тебе... Все, что надо, тебе поглажу. Все, что хочешь, сделаю. Только поедь, пожалуйста. Yes. Дома жрать не, блядь, еды нет. Я не знаю, что мне есть. Я думал, сегодня бабок подниму на металле. Звук скрежбящегося металла, блядь. Ебучая сука. Блядь. Сука, блядь, я не знаю, сука. Я ее захуярю, блядь. Сейчас будем пробовать с толкача завести. Это последний вариант. Так ты сними с передачи-то, блядь. И как ее катить, она не едет, нихуя, блядь. Да ты чё, я сейчас спину надорву, у меня кишка, блядь, вылетит из жопы. Ты хочешь, чтобы я геморрой заработал? Ребят, ну это жесть, это пиздец, реально. У меня сил уже нет, я в шоке. Потолкал, она не толкается нихера, там он все в снегу. Как ее толкать, она в снегу вся стоит. Ребят, я думаю, с толкача мы ее никак не вытолкаем. Придется искать людей, кто сможет нам с помощью троса ее вывести хотя бы с кооператива. Вот и кончилась жизнь АКИ. Теперь она идет вместе с металлом на металлоприемку. Увы и ах, но двигатель этой АКИ сдох полностью. А именно, срезалась резьба в головке, а у меня нет никакого желания заново нарезать резьбу или менять головку.
За метан сколько дать? А я не знаю, там примерно 100 килограмм. То умножить на 15 рублей за КВ. Сколько получилось? Прокалькулируй. 1500, да? Полторашка. Вот он уезжает, металлолом, но уезжает он в последний путь. Ну вот я и дома. И очень грустно мне. Потому что в итоге я заработал 1500 разделить на 2. Это 750 рублей. А машина была Димина. Поэтому все бабки, которые он получил с машины, а это 5000 рублей, он забрал себе. Ну а металл, который мы сдали на 1500, поделили пополам. И получилось по 750 рублей на рыло. Не думал я, конечно, что так будет, но, в принципе, ничего страшного. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Расхититель Помойки и встретимся в следующих видосах.